Ребят, привет всем огромный! Продолжаем с вами делать обзоры в этот раз на видеовлог Эдика Адамяна. Хочу уже сказать, не в первый раз свой. Пока Эдичка жив-здоров, пока Эдуард снимает свои видеовлоги, Снежинская без работы не останется. Ребят, смотрю на этого мужичка или неду мужичка, не знаю, назовите как хотите, вам определять. Вот за что бы ни брался, педиколон. Кстати, эти все кликухи не я придумала, поэтому в комментариях можете не упражняться и не упрекать. Я цитирую родного брата Самвела, цитирую вас же, зрителей, поэтому вот эти вот его кликухи, педичка, педиколон, это не я. Цитаты. Итак, поехали. За что бы педиколон не брался, все через пятую точку. Народ, все через жопу, говорю открытым текстом. Вот смотрите, привожу примеры, элементарные примеры. Полив только что пересаженной клубнички. Включается вода с сумасшедшим напором и просто на растение, маленькое такое, крошечное, только-только листочечки над землей показались. И тут ба-ба-бах! Силой, вода. Я вспоминаю свое детство. Помню, бабушке всегда помогала поливать помидоры вечером. Вечером, да. Дедушка носил воду из колодца, наполнял, такие были емкости, стояли. Водичка за день нагревалась, потому что бабушка строго-настрого запрещала поливать холодной водой. Она нагревалась, эта вода, и вечером, и ни в какое другое время суток мы поливали. Так как помидоров эти было очень-очень много, я каждый вечер, это было мое задание, такая святая обязанность, да, прийти и бабушке полить помидоры. Так вот, ребят, набирали из этих больших, таких огромных емкостей водичку, переливали в леечку. И леечкой, тихонечко, совсем сбоку, как учила бабушка, сбоку, не на растение сверху, рядышком, поливали, наполняли эту ямку водичкой, тепленькой водичкой. Смотрю здесь, чувак 40 лет прожил на белом свете, с таким напором, мне просто было очень жалко смотреть на эти растения. Ты же их вымоешь просто, ты же их побьешь, эти несчастные листики. Как так можно? Залил просто водой, там озеро стоит. Хватит, спрашивает у Гульнас. Ну да, наверное, хватит. Аж пена такая идет, растение не видно. Утопил в воде эту клубничку, справился чувак. Это первый пример. Вот вам второй пример хозяина Эдички «Золотые ручки». Вторая труба, которая поддерживает арку, где плетется виноград. Вот это вот лоза сверху. Помните все, когда я вчера рассказывала, он болгаркой спилил вот на асфальте, да, где бетон залит. Эту трубу был удивлен, что там скважина, наверное, с водой. Ну, не допер, что осадки в трубу попадают, и там в трубе, в полой трубе, естественно, стояла вода. Какой-то уровень набрался. Ясное дело, нет, до Эдички это не доходит. И вот он вторую трубу убирает. Но если первую он спилил болгаркой еще, ну, нормально, потому что бетон залит, то вторую он взялся двумя руками и расшатывал, вот как обезьяна, как макака, ребята, и говорит слова такие: сейчас я ее выкорчую. Серьезно, Эдя? Она же залита точно так же бетоном, как и первая. А что, ума нет опять спилить? Объясните мне, ну как в своем дворе сейчас, ну, сила есть, ума не надо. Сейчас ты это все расшатаешь, этот бетон потрескается, и ты пытаешься ее вытащить с этого бетона или что? Зачем? Это как? Почему? Куча вопросов. Вот это вот вам пример хозяина, ребят. Вот это хозяин. Мало? Мало, признайтесь. Я вам третий пример приведу. И это все в одном и том же видео. В одном и том же. Эдик как будто специально. Он готовится, да? Снежинская, чтобы еще тебе такого показать, чтобы ты обсудила и сделала обзор. Ну, переживает чувак, чтобы я не осталась без работы.
вешалка, ребят, помните, на колесиках? Одна такая вертикаль и вторая, не вертикаль, горизонталь, да? На них вешаются вешалочки такие, тремпеля, с одежками, рубашечки, футболочки, там, ну, все что угодно можно повесить. Если нет шкафа, на первое время можно использовать эту вешалку, она на колесиках, она переезжает, не нужно таскать, подымать в руках. Это очень удобная штука, понятное дело, там пластиковое крепление, колесики вставлены. Навалили столько туда чего, не знаю, барахла или чего, что умудрились всю эту конструкцию просто сломать. Это все сломалось. Пластмасски эти все лопнули, колеса отвалились. Эти перекладинки тоже все развалилось, справились. Я вот начинаю сейчас понимать, почему эти люди не соображают или не понимают, купить что-то качественное, потому что они наверняка это все, ребят, ухайдокают. Они это все сломают, им что не дай, вот как-то все в негодность какую-то приходит. Вот какие-то покупки все время, они негодны, эти покупки. Тумбочек этих кучу накупили, вот какую нагрузку смысловую эти тумбочки несут. Из Белебея привезли их сюда и переставляют с одного угла в угол. Они не подходят, эти тумбочки, ни по стилю, ни по цвету. Нафиг они нужны. Вот для чего? Какая функция, функциональная нагрузка у этих всех покупок? Вот скажите мне, пожалуйста. Вы купили передвижную вешалку. Почему ее не использовать по ее назначению? Возьмите вешалочки, погладьте свои рубашечки, сарафанчики, платьица, футболочки, повесьте. Туда помещается очень много одежды. Я это точно знаю, мы когда-то тоже покупали, когда только приехали в Португалию с Андреем. Я помню, мы снимали квартиру, там была пустая такая комната, и мы самое первое, что могли, да, купить, сразу вот такую вот вешалочку. Только было три яруса горизонтальных. Почему ее не использовать по назначению? Навалили туда все, сломали все благополучно. Ну и теперь Эдичка показывает свои подвиги. Он отремонтировал, ребят, все отремонтировал. Браво, молодец, хузяин, какой же ты хузяин замечательный. Отремонтировал. И задается вопросом, а куда ее? А куда, в гараже оставить, на улице? Вы что, не с полнорозуму? В гардеробную поставь, это вещь для одежды. Где хранится у людей одежда? Вы же сделали гардеробную. Так поставь, завези ее на колесиках, затащи в эту гардеробную, поставь. Повешайте туда эти тремпелечки, вешалочки и плечики, еще говорят, как угодно. Да, в разных регионах, странах по-разному это дело называется. Я думаю, вы все понимаете, о чем я сейчас говорю. Повешайте одежду, чтобы было как у людей. В каком нафиг гараже, где куча мусора, где куча бетона, арматуры лежит? Зачем? Вот что в голове у этих людей? Вот что у них в голове? Мало вам примеров, ребят? Мало? Признайтесь. Я вам еще один приведу. И это, повторяю, все в одном и том же видео. Ремонт забора. Я в шоке вообще от всех этих людей. Не только, оказывается, Эдичка. Тут такие и проживают рядом. Я такого не встречала. Украина. Я знаю, что меня смотрят 95% украинцев, моих зрителей. Вот скажите, пожалуйста. У кого частный сектор? Вот напишите в комментариях. И если вы делали эти заборы из металлопрофиля, да, листы металлопрофиля, на что они крепятся, эти листы? Вы вообще видели? Я хотя читаю в комментариях, вы пишете, Анжел, мы не смотрим этого Эдика, как у тебя хватает терпения эту нудоту смотреть. Ребят, смотрю, чтобы сделать обзор, правда. И признаюсь, на перемотках еще смотрю, потому что у самой, ну, не хватает, да, силы воли все прям от начала до конца просмотреть. Ну вот все-таки, не надо иметь 7 пядей во лбу. Лист металлопрофиля. К чему он должен крепиться? Смотрю, трубы стоят. Окей, хорошо и правильно. И дальше между этими трубами, ошибочка по Фрейду, между этими трубами, ребята, пардон, между этими трубами две горизонтали. Бинго!
из досок, из остатков. Какие-то трухлявые доски. С одной стороны брус прикрепили на проволоку, с другой стороны доска, между собой скреплены, и потом к этим доскам прикреплен лист металлопрофиля. Оце хозяева, да? Оце по-хозяйски, и я понимаю, ёперный театр. Боже, где вас таких делают? Как вы живете? Вот не мудрено, когда показывают эти российские села, ну все через пятую точку. Ребята, какие они недалекие, какие они пофигисты, какие они нехозяйственные. Я вообще не понимаю, как это можно? Вы уже потратили деньги, купили эти листы. Да сделайте вы эти горизонтали. Да как-то поделайте, там, кстати, должны быть заготовки сделаны дырочки. Это крепится все на какие-то винты, шурупы с гаечками, с прокладочками, чтобы, не дай бог, нигде не ржавело. Мало того, у нас в Украине по цвету подбирается крепеж. Каждому листу, потому что лист металлопрофиля, их цветов там гамма очень большая. Смотрю, это просто оцинковка там у Эдика. Ладно, окей, пусть будет так. У нас, ребят, какие хочешь. Красные, коричневые, синие, зеленые, коричневые разных оттенков, серые, какие угодно. И вот эти крепежи, ну скажите, девочки, ну я же не вру. Все вот эти болтики, винтики по цвету в тон. Чтобы даже это не выбивалось. Я не представляю, чтобы где-то я не видела. Вот, по крайней мере, в том кругу, где я общаюсь, чтобы у людей вот так все было на от Е. Сделана работа. Как так? Как так можно? Какие-то доски, деревянные бруски, отходы какие-то. К этим доскам зафигачили на проволоку. Слава богу, Эдик взял эти профильные направляющие, алюминиевые или какие, поменял эти доски, это дерево. И то же самое смотрю на проволоку. Закрутил. Я сейчас вспоминаю, когда-то дедушка рассказывал про одних таких хозяевов. Я еще школьницей была, бегала. Я так смеялась тогда еще. И бабушка хохотала. Я это так хорошо запомнила. Как он рассказывал, как калиточку в сад, калиточка какая-то там в сад, у кого-то там знакомый, говорит, представляешь, на бабину чулку прив'язав, все, справився. Говорит, мужики его высмеют, говорит, Вася, що ти оце наробив? Нічого, нормально, відкривається, не проржавіє, як дощ піде, ніч, на бабину чулку, ребята. Я вот это вот сейчас очень вспомнила, мне так навіяло, що, знаете, на проволоку, народ. Металлопрофильный лист, он прикрутил, вот так закрутил проволоку, все, забор отремонтирован, ребят. Ну, главное, вкусно поесть. Руки, конечно же, он забыл помыть, травмировался, показал нам, как обычно, больненькую ножку свою. Ой, ножка больненька. Пожаловался, холодно, Эдичке, вот на спинку холодно, почки болять. Вот эти вот все. Боже, я в захвате від цього мужика. Боже, який мужчина. Клад. Жду, девчонки, и ваших комментариев по этому поводу. До завтра, пока.